Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд обычной базы Player 54-27, для которой понадобится один железный топор и 3-4 обычных. На базе всего 4 ящика и пара станков. Так, заходить мы будем со стороны сушилки. Она где-то тут есть. Вот она, сушилочка. Здесь ломаем и заходим. Готово. От трех волн я избавился. Так, семена мне не нужны. Так, давайте смотреть. Костер пустой. Ящик, уголь, плотная ткань, аптечки, гвозди. Окей. Так, тут станок, верстак, 6 слитков. Здесь у нас мясо есть, можно схавать. Здесь доски. Ну, в этом ящике непонятно что, но это мне не надо. Здесь 2 красных талона, аптечки, 3 желтых, фильтр свой заберу. Так, тут вроде ничего интересного я не вижу. Здесь тоже ничего интересного. Бревна. Ага, понятно. Ну, в общем, вот такой вот лут, если получится, я еще вот эту сломаю. Да, получилось. Тут еще 11 слитков. Ну, в общем, обычная база, благо тут фишку, по крайней мере, не пришлось взрывать. Иначе было бы очень обидно за вот такой вот лут. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.